перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, ребятки. И сегодня мы будем играть в игру Hill Climb Racing, будем продолжать, ребяточки, играть. О, мы можем разблокировать, нет, назад, давайте разблокируем лучше лес. О, ребята, у нас в лесу появился этот, какой-то олень. Так, ну что ж, давайте выбираем лес. Так, автомобиль, мы не можем выбрать другой автомобиль, потому что он у нас, ребятки... Закрыт. Чтобы его открыть, надо проходить, ребяточки, уровни. Так, брен. Воу, ребята, вот это да, вот это у меня резвый джип. Вы только посмотрите. Вау, вот это да, бывает же такое, реально. Ой, река. Аккуратно, здесь река, здесь Москва-река. Так, давайте дальше поехали, ребятки. Вот это мне нравится, довольно-таки прикольный, ребяточки, уровень. Здесь у нас, посмотрите, сколько всего, реально. Реально, это просто классно. Вау, вот это да. Да, ребята, вы не ошиблись, ребяточки. Хочу сказать вам, ребят, что все это как-то мне напоминает все же ту же самую Hill Climb Racing. Один, ребятки, но тем не менее, эта часть мне намного, ребятки, лучше нравится. Ой-ой-ой, ребята, как оказалось, мы с вами попросту упали вниз и ничего больше с этим не можем поделать. Так, ребяточки, ну что ж, давайте выйдем отсюда. Так, давайте кубки, ребятки. А как у нас после этих гонка? У нас кубок Hill Climb идет на время. Большой кубок, темные дороги. Так. Бесплатный, это что? Ага, бесплатный сундук, ребяточки, у меня есть. И что мы получили здесь, ребятки? О, магниты какие-то, еще штуки. Прикольненько. Так, теперь мы с вами... Это я у нас, Юра. Так, давайте приключения, кубки, друзья. Конечно же, приключения. Давайте берем приключения и парем с них. Так, ребяточки, погнали. Давайте уже, наверное, максимально заделаем наши автомобили. Пускай они уже будут у нас на всю заделаны. И поедем, ребяточки, искать приключений на свою голову. Раз мы уж, ребяточки, начали играть в эту игру, то давайте мы с вами будем искать, ребяточки, приключения. Так, осталось два раза. Раз. Два. Три, четыре, все, четыре, то есть сразу. Так, все, ребяточки, ну что ж, у нас полностью автомобиль готов. А, детали там еще были, воу. Ребята, я сейчас вам покажу прикол. Сейчас, ого, вот это скорость, вау. Вот это мы заделали автомобиль, ребята, вы только посмотрите, как он едет. Как он гонит, вы просто посмотрите. Вот это да, вот это круто, в действительности. Вот это мне нравится, вау. Ого, о, вот это амортизация. Вау, вот это мне нравится. Вот так бы и сразу. Автомобиль довольно-таки отличненько, ребятки, себя ведет как на шоссе, так и по бездорожью, я хочу вам сказать. Вон, мы даже мост перелетели. Насколько мощный у нас, ребятки, двигатель. Вау, ребята. Вай. Ого. Да, ребяточки, вот это круто. Так бы и сразу, вау, вот это да. Так, тихо, ребяточки. Давайте как-то быть поаккуратнее с этим. Так как, ребятки, это довольно-таки уже не шутки идет. Ой-ой-ой, ребята, что же творится? Что же творится? Ой-ой-ой, посмотрите, с какой у нас... Интервал, ребята, с какой скоростью я просто набираю обороты. Вы только посмотрите, сколько я денег уже заработал, ребят. Вау, тихо, мост, хух. Чуть, ребяточки, не упал в реку, но... Не стоит, мы уже проехали, ребятки, почти 1,5 километра. И не стоит забывать, ребяточки, о том, что вообще происходит здесь. Ой-ой-ой, ого.
Тихо, отличненько. Ого, ребят, а я замечаю, чем дальше в лес, чем больше дров, знаете, как говорят. Потому что чем дальше мы, ребяточки, с вами заезжаем, тем больше у нас появляется различных препятствий, которые нам могут, ребяточки, попросту мешать. Ой-ой-ой, тихо. Бам-бам-бам-бам-бам. Бррррр, ой-ой-ой. Сальтуха, нет, сальто не получилось. Давайте вот здесь вот. Сальто! Вау! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, разбились. Давай по новой будем делать. А, монеты машина собирает до сих пор. Так, поехали, ребятки, конечно же, далее. Так, ребяточки, давайте с вами выберем какой-нибудь уровень. Ого, вон, долина в пустыне, ребятки. Конечно же, я хочу долину в пустыне, обязательно. И кроме этого, ребят, я хочу сказать, что мы можем увеличить с вами... детали можем с вами, ребята, оснастить. Так, мой автомобиль оснащен, ребята, я не знаю пока чем, какими-то тормозами. О, планирование в воздухе, ребят, все. Теперь я понял, что... Мне доступно из этого всего. Все. Готово. А ну-ка давайте, ребятки, попробуем его. Ребята, посмотрите, у нас на автомобиле стоят какие-то супер, наверное, тормоза. И мы добавили такую штуку, как планирование в воздухе. Так, ну что ж, давайте посмотрим. Ого! Вот это да! Затюнинговали автомобиль. Вы только посмотрите, как он гонит. Хо-хо-хо, вот это просто замечательно. Вы только посмотрите, ребят, насколько он мощный. Ого, реально, ой-ой-ой. Так, дорога довольно-таки извилистая, ребят. Так что, если плохо вам видно, но это в действительности круто, ребята, только посмотрите. У нас не только здесь планирование в воздухе. У нас довольно-таки, ребятки, автомобиль, посмотрите, какой мощный. Вау. Мощь исходит от этого авто, ребят. Тихо, песок. Ой-ой-ой, чуть не засосал песок нас, ребята, вы видели? Но у нас, ребяточки, автомобиль мощный, и мы с вами выехали оттуда легко. О, пещера, ребят, заезжаем в пещеру. Вау, о-о-о-о. Вот это да, отличненько, ребята, наш автомобильчик выбрался из этой грязи, из этой пещеры, в которой другие бы автомобили наверняка бы, ребятки, застряли, я вам хочу так сказать. Ой-ой-ой-ой, что это? Ой, ребята, я провалился где-то в пещеру, в яму. Вот это было, конечно же, прикольно. Так, погнали. Отличненько. Ой-ой-ой-ой, хо. Опять чуть не засосал нас песок, ребят. Второй песок. Нет, я не хочу, чтобы меня засосало. Ого, что это было? Что это за качеля здесь вообще качается-то? Прикольно. Погнали дальше, ребяточки. Ой-ой-ой-ой. Тихо, еду по камням, мост давно уже распался. Еду по камням, надо быть более, ребяточки, аккуратным, что ли. Так сказать, потому что это довольно-таки рискованно, что это за... Ой-ой-ой, давай. Отличненько, дорогие друзья, просто супер. Я считаю, что это просто замечательно. Ой! Нет, ой-ой-ой-ой, ребяточки, водитель разбился, и что же мы будем делать, дорогие друзья? Так, ну не стоит, ребятки, отчаиваться, давайте с вами выберем другой уровень и покатаемся, ребяточки, на другом уровне. Так, ребята, что это мы с вами уже везде покатались, что ли, а я хочу зимой на заделанном автомобиле покататься. Вау, гоу, ха-ха-ха, ого, вот это да, вот это мощь, так сказать. Вперед, давай. Ого, ребята, вы видели, моя шляпа улетела куда? Я настолько врезался на автомобиле, что потерял просто-напросто свою шляпу. Так, продолжаем, или шапку, что там было? Так, олени, я вот тут прохожу возле вас, смотрите, чтобы был порядок. Так, ребяточки, тихо, а то я застрял. Давайте будем выезжать по новой. Ой-ой-ой-ой, тихо, Юра, не перевернись. А то здесь снег, и можно довольно-таки сильно упасть. Отличненько, просто супер. О, ребятки, река, нет. Фух, река Стикс. Так, ребятки, надо эту реку объезжать, потому что она может нам
только нанести вреда. Если вода попадет в двигатель, будут огромные проблемы. Так, давай, давай. Он просто-напросто перестанет ехать автомобиль, и двигатель заглохнет. Брн-брн-брн-брн-брн. Давай, 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 давай. Вот так вот, ребята, посмотрите, у нас уже 1 000 000 монет. Мы уже с вами такие богатые. Ой-ой-ой, ребята, мы попали в воду. Вода попала в двигатель. Ой-ой-ой, нет-нет-нет, не переворачивайся. Тихо-тихо-тихо, хух, повезло. Давай, газу-газу-газу. Поехал-поехал-поехал. Отличненько, ребята, просто супер. Я вам хочу сказать, а ну сальто сделаю или нет? Ай, да что ж ты будешь делать? Разбились. Так, ну что ж, дорогие друзья, не стоит отчаиваться, повезет в следующий раз. Если вы еще не подписаны на мой канал, ребяточки, обязательно это сделайте. Если что, это красненькая, квадратненькая кнопочка подписаться. А также ставим, ребята, пальчики вверх, лайкосики. Комментируем, ребяточки, мои видосики. Я вас всех очень люблю, дорогие мои подписчики. С вами был, как всегда, Юра. Вы были, ребятки, на канале Вечное Детство. Пока-пока.